Добро пожаловать в девятую часть нашей видеошколы. Теперь, когда мы создали наши кюлисты и пресеты, неплохо было бы разбавить шоу эффектами. В этой части познакомить нас с созданием эффектов. Вести уже есть предустановленные эффекты. Эти эффекты можно найти в сайт-баре, в разделе «Компоненты», либо в QuickPicker в разделе «FX Templates». Здесь можно найти много стандартных эффектов, которые вы могли бы использовать в вашем шоу. Сортируем по позиции. Есть эффект кан-кан и круг, цветовые эффекты, как радуга, и множество эффектов по интенсивности. Полистайте закладки, и вы найдете все, что вам нужно. Для применения эффектов достаточно выделить нужные приборы. Например, выберем среднюю ферму, и кликнем на нужный эффект. Например, Can Can. У эффекта скорость и размер установлены по умолчанию. Как изменить их, мы узнаем позже. Вы также можете добавить другие эффекты сверху. Например, выберем некоторые активные приборы и назначим на них эффект Rainbow. Теперь оба эффекта работают одновременно. Если мы теперь хотим использовать этот эффект на других приборах, мы можем использовать копирование. Выберем приборы, с которых будем копировать, нажмем Ctrl-C, выделим все приборы, на которые хотим перекинуть эффект, и Ctrl-V. Теперь созданный эффект работает на всех приборах. Теперь мы хотим изменить скорость этих эффектов. Для этого мы должны открыть окно SmartFX. Для этого мы можем нажать на эту кнопку SmartFX, а также через меню «Закладка Tools», «Строка SmartFX» или комбинация «Ctrl-K». Диалоговое окно SmartFX позволяет нам контролировать все эффекты. В этом окне в левой части мы можем увидеть все эффекты, запущенные в данный момент. Мы можем отфильтровать список, нажав на имя эффекта. Давайте изменим скорость в канкане. Нажмем на строку эффекта, Теперь все параметры эффекта появились в правой части окна. Здесь мы можем увеличить и уменьшить скорость и многое другое. Теперь создадим собственный эффект, но для начала остановим активный. Для того, чтобы остановить эффект, зажмем синюю кнопку или Ctrl-Alt. Это откроет нам в закладку Stop FX. Нажмем на кнопку сверху, это остановит активные эффекты. Создадим свой эффект. Выделим приборы, которые мы хотим использовать. Теперь откроем диалоговое окно SmartFX и нажмем кнопку New Effect. Видите, мы имеем три типа эффектов. Wave-эффекты — зацикленные эффекты, где мы меняем параметры. Swing-эффекты, где мы программируем эффект по шагам. И видеоэффекты, Создадим Wave Effect по позиции, нажав Wave Effect и строку Position. И нажмем ОК. Okay. Теперь наши приборы начали двигаться. Справа мы можем начать менять настройки эффекта. Когда мы создаем wave-эффект, приборы начинают работать с той позиции, где они находились изначально. Например, мы активировали эффект из нулевой точки, и они двигаются вокруг этой точки. Если мы сдвинули точку, то эффект сдвинется. Вот здесь мы видим тип нашего эффекта. Стандарт — это круг, но у нас есть и другие опции. Мы можем также использовать квадрат, линия, треугольник и восьмерку. Мы можем изменить высоту и ширину параметра, что изменит ширину эффекта в реальности. Вверху мы можем настроить скорость движения. Размер движения и скорость взаимосвязаны. Если мы кликнем на закладку Customize, мы найдем еще дополнительные интересные параметры. Закладка «Секвенция». В этой закладке можно найти все основные функции нашего эффекта. Overlap отвечает за количество приборов с эффектом. Например, при нуле эффект работает на одном приборе, затем по очереди на другом. Стеггер — это обратный вариант, работающий сразу на всю группу. Например, если стаггер равен нулю, все приборы будут выполнять эффект одновременно, параллельно. Следующая строка отвечает за порядок воспроизведения в одну или другую сторону. Этот порядок можно увидеть по синим ярлычкам приборов. Также здесь активируется рандом. Следующая опция ⁇ это группировка приборов. С этой опцией мы можем создать очень зрелищный эффект. Например, если поставить блокинг 2, эффект будет воспроиться попарно, по два прибора параллельно, друг за другом. Внизу есть схема ААББ. -B -B. Если мы используем repeat как 2, то повтор будет на каждом втором приборе. Вот здесь вы можете увидеть, как комплексно использовать функцию. Например, можно назначить два через 3, чтобы активировать движение 2 через 3, затем 3 и так далее. Как только вы получили желаемый результат, вы можете сохранить его как новый эффект для использования в будущем. Кликнем «Save as Template», дадим имя и кликнем «Ок». OK. Оно появится у нас в QuickPicker. Очистим эффект. Помните, что все эффекты, которые мы создаем в лайве, мы можем очистить. Но мы также их можем создавать в окне Q-листов и сохранять в нем же. Давайте создадим Sphinx эффект в открытом Q-листе. Откроем наш третий Q-лист. В нем создадим новое Q. И активируем это Q. Теперь выберем приборы, на которые мы хотим применить эффект. И вызовем диалоговое окно Smart FX. Нажмем New Effect, здесь Swing Effect, и выберем эффект по цвету. Теперь в правом окне мы видим первый шаг белый и второй синий. Эффект будет состоять из этих двух цветов. Дадим яркость, чтобы увидеть, как будет работать в реале. Давайте сменим цвет. Кликнем на первый шаг и выберем другой. Например, красный цвет. Теперь для второго шага назначим розовый цвет. Так мы можем работать с любыми эффектами, по интенсивности и позиции. Теперь эффект работает между красным и розовым цветом, в отличие от белого и синего. Если нужно добавить новый шаг, просто нажмите плюс внизу, чтобы добавить еще шаг. Если шаг нужно удалить, просто нажмите минус. В Swing эффекте мы имеем те же опции, как и в Wave эффекте. Мы можем изменить скорость, изменить оверлэп. Таким образом, розового цвета будет больше, чем красного. Выйдем из этого диалога окна, откроем окно Timeline, и вы видите, что эффект прописан в дорожке по цвету. Эта иконка означает, что здесь применен эффект. Вернемся сначала к U и проиграем его снова. Мы увидим, что эффект перешел в Q. Здесь же мы можем также управлять временными промежутками эффекта. Кроме этого, мы можем спокойно сохранить эффекты в Q-листы. И используя команду Store All. Активируйте эффект, нажмите Store All и сохраните в Q. Допустим, в следующем шаге мы хотим остановить эффект. Добавим Q. Зажмем синюю кнопку, либо Ctrl-Alt. И жмем на закладку Stop Effect. В окне Timeline добавится новая информация, а именно в цвете, что эффект остановился. Другой вариант, когда вы хотите остановить только один параметр эффекта. Допустим, когда в эффекте используется кроме интенсивности еще и позиция. Для этого на сайт-баре по параметрам есть такая кнопка, а в ней команда Stop Effect. Это остановит эффект по данному параметру. В этих же окнах мы можем задать начальную точку эффектов. И здесь же их и остановить. Мы немного познакомились с эффектом Vista. Огромный плюс этих эффектов, что вы не ограничены при их создании. Попробуйте сами и посмотрите, что из этого может выйти.